Приветствую, друзья! Меня зовут Александр, я гитарист, композитор, аранжировщик, педагог гитары. Всех желающих научиться играть на гитаре я приглашаю на свой авторский онлайн-курс, который я назвал «Быстрый старт». Приглашаю вас уже во второй поток, он будет проходить в сентябре. Точная информация о датах и времени всех занятий находится под этим видео. А сейчас в двух словах я расскажу о содержании курса и о том, каким образом он будет построен. Курс будет состоять из 5 встреч, из 5 занятий, одна встреча в неделю. И количество участников, так же как в первом потоке, будет ограничено максимально 10 участниками. На всех этих занятиях мы с вами поговорим о важных составляющих игры на гитаре. Я расскажу, как нужно красиво играть различные мелодии на гитаре. Расскажу о том, как разнообразить игру аккордами на гитаре. Расскажу о различных вариантах, которыми можно украсить игру, используя многочисленные пассажи, и поделюсь секретами аранжировок. Аранжировка – это когда вы можете исполнять любую понравившуюся вам мелодию в приложении для гитары. Разумеется, за эти 5 занятий невозможно стать асом, но основное направление и азы игры на гитаре вы, разумеется, узнаете. Более того, у каждого из вас будет огромное преимущество в плане связи со мной. Вы всегда сможете задать мне лично вопрос или в чате в поддержку, или по электронной почте мне задать вопрос, и я лично максимально развернуто вам отвечу, скорее всего, в видеорежиме. То есть вы будете смотреть вот такую вот запись. Это помимо видеотрансляции, где мы будем в режиме онлайн общаться вместе с вами. Так что за этот месяц вы точно узнаете, в каком направлении нужно двигаться, и, разумеется, уже будете обладать основными базовыми навыками игры на гитаре. Это, в принципе, все, что я хотел сказать в этом видео. И если вы всегда мечтали научиться играть на гитаре и все время откладывали свою мечту, то сейчас как раз-таки самое время сделать первый шаг и записаться на курс. Количество мест, еще раз отмечу, ограничено, и поэтому рекомендую поспешить и записаться в число участников. Если будут какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием вам отвечу. Всего доброго, увидимся на занятиях курса. Добро пожаловать во второй поток.